Ну что, ребят, всем друзья, с вами канал Троводном, и мы продолжаем проходить игрушку под названием Resident Evil 0, 0, и в общем, я, честно говоря, я немножко вообще не понимаю, что происходит, то есть... Вчера, после того, как я закончил серию, я просто сидел весь вечер и думал, а что, как? И вот сейчас, вот и пока я ездил там что-то по делам, я тоже про эту игру просто думал и такой думаю, блин, мне тут возникла одна мысль, может быть, мне нужно было наоборот ее оставить там, а его опустить сюда. Бля, хрен его знает, что теперь. Сегодня опять, наверное, часовая серия. Пока не знаю точно, но, честно говоря, я вообще ничего не понимаю. Я просто смотрю и думаю, как? Ну и чё? Бум-бум-бум-бум. У нас, конечно, есть... Нет. Какие-то долбоёбы, короче, эти банки Lit Energy запихивают на Эверест, получить миллионов несколько. Да нахер оно надо, Вася? Вы туда лезете, блядь. Там делать уже нехер. Это просто, я не знаю, это ненормально, блядь. Просто сами об этом подумайте, какого хера все туда лезут. Что они там, блядь, забыли, я вообще не понимаю. Там делать нечего. А еще, кстати говоря, посылка, которую я сейчас жду, это байк, в общем, рама. С ней все намного сложнее. Я что-то вообще не вдупляю, где она, что и что и да как. Так, стоп. Давайте думать. Стоп, а он же... Ага. Не, значит, мы ничего не клали. Я что-то вообще не понимаю. Если у него есть ножик, то вопрос. Смотри, ничего полезного. А что я должен найти, Вася? У нас есть вот эта комната, которая не открывается. Закрыто с другой стороны. Если мы посмотрим на карту, если мы посмотрим на карту, Хекс, она находится там, в самом конце, то есть там, где мы не были от слова совсем. Подожди, давай еще раз. Мы. Блядь. Стоп, подожди. Может быть, нам все-таки нужно было идти вот в тот главный вагон, где едет поезд? Реально? Потому что, судя по всему, там кто-то управляет им. Так как и персонажи об этом сказали, но я ничего не понимаю. Хорошо. Блять. Мы идем тогда назад полностью. Сейчас мы посмотрим, сколько у нее патронов, чё к чему, чё да как, потому что я что-то вообще не понимаю. А, так, стоп. Что-то реально с этим Декс очень странно происходит, я пока ничего не понимаю. Так. У него, блядь, 5 патронов. А в рыбаке 15. Бля. Стоп, может быть. Ну да, он пишет, что ошибка какая-то. Я вообще ничего не понимаю.
Я приехал в СДЭК, мне сказали, извините, мы сейчас не принимаем, у нас сбой техническая жопе, и я просто не понимаю, что вообще происходит. Так, а давай мы сейчас от нее отправим ему же эти как патроны хотя бы. Так, а сколько нужно? Сколько нужно? Все, что ли? А зачем он ей отдал, я не понимаю. Это очень интересная система того, чтобы получать патроны. Но это очень странно. Так. Да охуенно, блядь. Ты чё, серьезно, нахер? Бля. А что? А в смысле? Как я это должен сделать, я что-то вообще не вдупляю. Блять. Что за херня? Понятно, что Ребекка главная, а он ему ничего не за. То есть он отдал эти патроны для того, чтобы доказать, что он с ней ничего не сделает. Логично. Что, блядь, происходит, я не понимаю. Вот у меня сейчас просто вопрос, ребят. Я не представляю, сколько поезд километров проедет за все прохождение этой игры. Мне просто интересно. Я не понимаю, сколько он будет ехать. Вот просто представим себе, да? Мы играем час. За час можно было бы, например, из Майкопа до Краснодара доехать. Из Майкопа до Краснодара. Так, давай сейчас проверим верхний этаж. Может быть, там мы что-то найдем. Я просто не понимаю вообще ничего. Но там как будто обвал, ты понял, да? Да, вот эти вот слизи. Какие-то яйца. Мы ничего не можем сделать, Вас. Здесь мы ничего не можем сделать. Это верхний этаж, с помощью которого нужно будет с другой стороны зайти. Я вообще ничего не понимаю. Окей, хорошо. Мы... снял все в порядке. Так, здесь посуда разбросан, пассажирский багаж. Угу. Что я вообще ничего не цепляю? Так, хорошо. Это последняя комната, где мы находимся. Да, мы идем сюда, но у нас есть комната, которая там указана, лестница. Вопрос, а зачем она нам? Может быть, она нам даст какой-то проход через верх? Это как будто пиздец реально. Так, мы сохраниться не можем, вообще ничего не можем. Чтобы вы понимали, эту игру я оставил на паузе аж на следующий день. То есть я ничего не могу сделать. Вот сегодня...
А, это дверь. Понял. Так, никакой карточки у нас нет. Так, хорошо, окей, понятно. Кондуктор. Единственное, что мы там сделаем, это мы только поднимемся наверх. Может быть, это и есть правильный указатель того, куда нам нужно топать. Ваш инженер. Так, стоп, вот это вот что, переключатель подъема и пускание лестницы. А, все, я понял. Да, давай сейчас посмотрим, что там такое. Я пока ничего не понимаю. Это единственная или проходка, да, нам нужно топать. Отечку какую-то купил тут. Ленинские лимонады, восьмилинный керамид. Ну. Так, это у нас что? Касса, нихера себе. Множество стаканов на бутылке разбросано вокруг. Не-не-не-не-не. Так, стоп, подожди, подожди у нас. Карта, давай глянем. О, да ладно, это проходка как раз в ту комнату, куда нам нужно было попасть, но мы не попали в нее. Мы сейчас глянем. Честно говоря, нам уже сохерено кайфово играть. Это очень необычно, так. Очень необычные вот эти вот показы того, почему нельзя было развернуть это все. Так, что-то начинается, интересно. А у нас один патрон, класс, у нас один патрон, Вася. Что-то сразу появится, я херею. Но поезд едет прилично быстро. Ну сколько можно предположить? Километров в час почти по 200. Ну 180. 160, 180, плюс-минус. Так, все, подожди, это единственный проход, серьезно. Это единственный проход? Да, серьезно. Бля. А что такое? Тележка для обслуживания. Отлучки. Сука, мы не можем взять тебе, ты прикинь. Так, хорошо, я тебя понял, вас. Нам нужна вот эта комната. Понял. Это намек. Предмет про первую помощь. Да иди ты нахер, серьезно? Охренеть. Патрончики. За и пал.
Охрененно. Стоп, подожди, я правильно понимаю, что я должен был за девчонку вот здесь бегать, а не за этого придурка? Блядь, серьезно? Охереть там предметов, просто охренеть как предметов много. Так, у нас получается там патроны, все что красным, это оружие. Спрей зеленый. Блядь, серьезно. Бля. Зебать. Сука. Мне теперь придется все заново. Охренеть. Охренеть, ты прикинь. Ты прикинь. Блять, это просто пиздец. Теперь мне придется заново все начать. Эту серию я, наверное, точно назову. Ошибка века просто, я не знаю. Ничего полезного. Да хер с ним. Только нахера полезного, подожди, стоп. Охренеть. Чего? Так, подожди, подожди. Давай еще раз, стоп. Там у нас, по идее, ключ. Угу. Мы сейчас идем. Забирай. Да. Все, отлично. Это был пиздец какой-то район, я ничего не понимаю. Билли. Лейтенант Коуэн. Так, ты обо мне знаешь. И что же там про меня плетут? Ты заключенный, перевозимый для исполнения приговора. Те солдаты снаружи тебя вели. А, ясно. Ты Старс. Без обид, дорогая, но ты явно не рада меня видеть. Жаль, но наше общение придется прервать. Стоять! Ты арестован! Спасибо, куколка, но наручники у меня уже есть. Я ведь и выстрелить могу! Это конечно, полный пиздец. Сейчас будем исправлять всю ошибку. Эдвард, ты в порядке? Что произошло? Худшее, что мы могли... Будь осторожна, Ребекка. Лес кишит зомби и монстрами. Зомби и монстрами? Вот этот страшный момент, я говорю. Сейчас придется постреляться. Давайте с собаками. Вот затипал.
Окей, стоп, подожди. Мы сейчас идем. Так, стоп, подожди. Подожди, стоп, куда ты собрался, дядя, нахер? Давай назад. Мы забыли о том, что мы нашли наверху с другой стороны. Идем. А почему он? Почему он? Я не пойму. Мы нашли. Это Ребекка, прием. Ребекка, как слышно? Это Энрико. Где ты находишься? Прием. Энрико? Алло? Меня слышно? Пожалуйста, ответь. Ребекка, я тебя слышу. А теперь слушай ты. Мы получили подробную информацию о дезертире из документа, найденного в вагоне. Билли Коэн убил целых 23 человека. Прием. 23 человека. Подтверждено также, что он военный. Поэтому будь бдительна. Меня слышно? Ребекка, прием. Будь начеку, Ребекка. Он убьет тебя без лишних раздумий. Энрико! Капитан! Алло? Алло? Ну так и нужно полный капец на самом деле. Так, стоп, подожди, погнали. Стоп, подожди. Да, мы правильно идем. Так, ключ к выезду готов. Нет, пока вот где-то ведь ничего не надо, оставим. Мало ли он пригодится. Так, отмычки. Это за нее мы должны были это сделать. А не за него. Вот сейчас, в этом моменте, мы должны типа подняться, но я за нее должен спуститься, а его отправить туда. Здесь очень опасно. Почему бы нам не объединиться? Объединиться с тобой? Слушай, малышка, если ты не заметила, то в этом поезде творится из ряда вон выходящая хрень. Лично я хочу выбраться, а шанс сделать это в одиночку мал. Ты ждешь, что я доверюсь беглому преступнику? Без тебя обойдусь. Я способна за себя постоять. И я тебе не малышка. А, ладно, мисс Самостоятельность. И как тебя звать? Меня зовут Ребекка Чемберс, но для тебя я офицер Чемберс. Как скажешь, Ребекка. Попробуй справиться одна, а я подожду. Так, вот это вот инфа мы читали. Да, это то, что мы тогда нашли. Простите, сэр. Сэр.
Это то, что мы видели. Знаки какие-то непонятные, что-то такое вообще. Что? Я сдох первый раз. Серьезно? Ладно, давайте я уйду на паузу, потому что я не могу прям. Я уйду на паузу, я дойду до того момента, где мы заберемся на крышу, там уже продолжим. Все. Чего? Чтобы вы понимали, ребята, я сейчас просто хотел отойти. И просто вижу, как персонаж думает. Этого я реально не ожидал. Но, пока я сейчас отойду на паузу, да? Я тут варю вареники. Ну, в смысле, нормальные вареники, но не про те вареники. Ладно, давай не будем. Сань, маманис. Это не про те вареники. Кофе с молоком. Короче, ну нахер. А напиши в комментарии, с чем ты любишь вареники? С вишней, с творогом, с картошкой. С мясом, по-моему, такого нет, тут только пельмени. Так что напиши, с чем ты любишь вареники в комментариях. А я обязательно это почту и лайкну. Те, которые я люблю. Я люблю, не скажу с чем, но будет интересно, так что... И тут я сейчас, знаете, что подумал? Смотрите, персонаж стоит, думает, да? А ты лайк поставил? А ты подписался? А ты обосрался? Где? Я испугался. Ладно, шутки шутками, я погнал на паузу. Так, я сейчас немножко перезакранился. Чтобы понять. Чтобы потом с узами далеко не приходить. Так. Мы сейчас пока переключиться не можем. Между персонажами. Так, вот это что? Я пока ничего не могу сделать. Да, я не могу выйти. Так, у этого ублюдка надо что-то в руке. Так. Окей. У нас получается, мы тогда сдохли. А, ну вот, естественно. Все, я тогда ухожу на паузу, а дальше все и так понятно. Как вы думаете, что произошло, а что я здесь опять делаю? Да правильно, я сдох, блин. Я не уследил за персонажем, но меня напали собаки. Супер. Вот теперь я сделал все наоборот. Наш персонаж, его мужчина, находится прямо внутри. Так что отсюда ты никак не выберешься, и это действительно так оно и есть. Так. Так, мы сейчас отправим ей ключ и... Так, давай травянуху, потому что ей уже все хреново. И ключ, естественно, да. Нажать на кнопку. Да, и мы как раз таки сможем сохраниться, потому что в том моменте мы сделали большую ошибку, и из-за этого мы ничего не можем сделать. Это реально хреново. Так, травянуха. Да, и сейчас сразу используем, чтобы ей хотя бы получше стало. Использовать. Отлично. Так, ключи сейчас дадим.
Как это все сложно реально, что за черт? Еще, кстати, поговаривают, что эту игру собираются еще раз сделать ремастер, причем только в этот раз будет не от какие-то там четвертого лица, которые там издалека вот это вот, а там будет из-под спины как раз Level 2 и 3. Это будет реально охрененно. Я прям готов попробовать. Но почему-то я думал, что Саня Булкин не будет проходить. Я хрен его знает, но очень интересно. Ведь я бы 100% прошел от такого лица. Именно в такую вот игру это было бы просто охрененно. Но, к сожалению, тут фонарей не будет, но они бы не помешали бы. Но тут и так светло. Тут все прям прекрасно видно, поэтому тут ничего можно не говорить. Так, теперь мы сейчас то пойдем туда, куда нам нужно будет. Так, теперь мы сейчас, получается... Да, мы сейчас топаем обратно. То, что нам это и нужно. Подожди, стоп. А нам что, надо с конца, что ли? У меня вопрос ни хрена, у меня дробовик. Давай вставай, чё разлегся. На футболе. Судья. Раз, два. Помер. Понял. Можно никого не вызывать. Самый смешной момент, наверное, за историю языка. Так, сколько нам еще идти? А, еще один вагон. Окей, хорошо. И что за хрень? Давай, дядя, давай. Вот теперь мы сделаем все наоборот. Скорее всего, игра и намекала на то, чтобы она... Да стоп, подожди. Он же ей сказал, где посмотреть. Он находится в первом вагоне, а он сказал, я останусь. Я посмотрю. И, видимо, это и есть намек на то, чтобы я за нее шел. Если что, будем выкидывать ключи. Сейчас наберем все, что у нас будет. Так, травянуха. Нам нужна травянуха, капец как. Травянуха. Да. Ключ кейсы. Точно, да, не могу взять ее. Чемодан. Понял. Так, хорошо, окей. Мы сейчас поднимаемся. Раз, два, три, четыре, пять. Пять, вагон. Раз, два, три, четыре. Ну, может быть, последний, там, как пять, шесть, хер узнать, как его воспринимать. Так, там остался чемодан. Значит, нам нужно дядьку выпустить, чтобы он потом сюда пришел.
А нам сейчас самое главное... Карта поезда. Ну, да, логично. Да. Отлично. Да. Ну, тоже тут прям запросы такие... А если бы персонажу мне нужно было подниматься? Он такой, да куда ты полез, блин? И вот это вот было бы сейчас мучение непонятное. Кто-то лазает, понял. Все хреново. Так, здесь, насколько я понимаю, ни хрена ничего нет. Так, хорошо, спокойно, Сэм, спокойно. Отмечка, вот мне... А подожди, стоп, почему? Стоп, может быть, у меня места нет? Выбросить. Вот это что такое? Чего? Ковбой нахрен. Чего? А, это тот самый прототип. Да ну нафиг. Капком просто охренеть. Че? Старс 2002. Старс 96. А, ну, Resident Evil 0. Resident Evil Director's Cut. Его... Питбалки. Умрел, да, ну, почему бы и нет, нахрен? В таком, да пошел, нормально, чё? Блин. Охренеть, вот этого я не ждал, реально. Бля, подожди. Я не понимаю, мне сейчас места нет, да? Подожди ты, бля. Смешать. Хорошо. О, так. Этот там статур просматривает. Все нормально, у него там все отлично. Так, комната. Самая главная комната, где там до хрена всего. Патрончики. Да. Так, стоп, подожди, а у нас место точно у нас есть. Давай используем, отлично, у нее там все отлично. Очень странное приключение, так, хорошо. А это у нас что? Зачем нам печатная лента? Угу. Хорошо. Давай свободно. А что? Патроны для дробовика. Здесь точно ничего больше нет, да? Так, хорошо. Вопрос, почему он не может ее взять? Патроны для дробовика.
нас есть вот эта фигня. Все, тогда мы сейчас идем обратно. Где мы находимся? Так, он находится там. Мы находимся здесь. Чего? Просто там что-то еще лежало. Стоп, подожди, что? Смотри, тут как будто что-то есть, а я этого что-то не вижу. Это я вообще не понимаю. Это очень странно. О, да ладно. Вот сука, блядь. Ты прикалываешься, реально? От чего этот ключ? От чего этот ключ? Этот ключ от чего-то? Бля. Окей, хорошо. Сейчас, это просто трэш какой-то. А я же не знаю, чего этот ключ. Ой, дерьмо. Ну ни хрена. Это же закирок нахер. Что за краб, бля? Это что за краб, нахрен? Ну, бля, ты серьезно? Как именно кипит перезарядка? Тихо. Стоп, подожди. А что нам делать-то? Я же не знаю, сколько мне палить надо в нее. Давай, пали. Так, стоп, подожди, что за фигня? Ключ в поезде. О, кстати, там спрейпер в помощи, по-моему, да? Если не ошибаюсь, там же спрейпер в помощи лежал. Надо его сейчас взять, по-моему, если не ошибаюсь. Да, вот. Давай, бери его нахер. Да, блядь, в смысле? Использовать. Отлично. Не. Теперь... Так, стоп, а у нас... Третья
ячейки, ты понимаешь? Три ячейки. У него две свободные, у него три свободные. Я ничего не могу сделать с этим. Охрененно. Я не знаю, сколько мне может быть этого скорпиона нахрен. Что за фигня? Вот этого я не ожидал реально. Давай, сын, это последний. Охренено. У нас патронов нет. Давай смотреть. Она не на нам. Печатная лента, три штуки. А нахрен нам она? Так, ключ в поезде. Это то, что мы типа использовали, да? Плюс поезд, да. А если нам понадобится? Ладно. Использован теперь на все два, по-моему, да, если не ошибаюсь. О, это вас сутихо, ну вот он. Все отлично. Так, мы выкинули ключ. Теперь он будет здесь лежать, если что. Тогда получается мы можем не париться. Обожаю кофе. Нормально, кофе с молоком. Так, давай, забирай этот... Да, давай, забираем. Экипирую вас. Потом, как? Теперь у нас будет целых по два патрона. Это капец какой-то реальный, чё за херня? 7 патронов, чтобы вы понимали, 7 патронов, Вася. Давай, давай. Да блядь, ты заколебал уже. Серьезно, да? Вот так вот. Все просто, типа, ну то почему бы и нет? Ну ни хрена себе, блин. Я не знаю, я сдох просто на... Охренеть, здесь нету даже никакого выбора уровня сложности. Это просто трэш реально, Вася. У меня свободные ячейки 4, бля. 4. Серьезно. Короче, ребят, я не знаю, но это просто трэш какой-то реально. Ай, бля. Это очень сложно. Все, ребят, я думаю, что на этом все. С
Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам эта серия. Это просто, я изначально думал, что у меня все получится, а нихера бася! Блядь. Это чертов скорпион, это просто трэш какой-то. Значит, ключи, которые мы нашли, использовали их оба, значит, нужно их выкинуть сразу. Все. Всю аптечку потратил. И начал под последнее, чисто пули дробовик выкапывал. Стадил, да, и все. И дальше сдох. Отлично, просто Саня, ты молодец по полной программе. Все, ребят, на этом все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. В Орлинике тоже не забывайте. До новых встреч, всем удачи, всем пока-пока. Но я не знаю, когда следующую серию записывать, но посмотрим, как получится, так оно и будет. Типа завтра, послезавтра не обещаю, но как оно будет, так оно и будет. Все, пока-пока, друзья.